Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов встретился с юными футболистами команды «Одинцова». Спортсмены принимали на своем поле команду из Балашихи и выиграли матч со счетом 3-0. Теперь наши ребята стали лидерами турнирной таблицы. Андрей Иванов поздравил футболистов и их наставников с победой, а также рассказал об основных спортивных событиях, которые пройдут в Одинцовском округе этим летом. Среди них – чемпионат, кубок и первенство муниципалитета по футболу. Мероприятия в рамках проекта «Спорт – это жизнь», окружные соревнования по кроссфиту, открытый женский турнир по пляжному волейболу и фестиваль по настольному теннису.